песенке. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Спокойно у нас в Донецке, вот в эти вот уже выборные, да, дни. Сегодня в Кировском районе опять был сброс беспилотника. 3 человека ранены. Петровский район опять под обстрелом. Там 1 человек ранен. Вот. Так что пока очень неспокойно. Не знаю, что будет дальше, там еще выходные дни, когда выборы будут. Ну, у нас, я так понимаю, учебные заведения работать не будут в эти дни. В целях безопасности, чтобы сберечь детей.